Эй, всем привет, с вами Шет, и добро пожаловать на новую серию безумного... Безумного Майнкрафта. А? Эй, это что за покемоны тут сидят, а? Кто тут моих свинок обижает? Привет! Шо отсюда? Здорово! Погоди, погоди, моя лоб! Теперь Винди будет кататься. А, всем добра, дорогие друзья. Сегодня со мной играют Винди и Влад. Влад, ссылки на их канал найдете в описании. Они будут помогать мне строиться, и мы с ними пойдем сегодня по данжам. По данжам. Что ты на моей лошади по дому прыгаешь? А тебя что, не учили, что на лошади дома кататься нельзя? Слезь давай, моя лошадь. Эй! Так. Эй, Влад! Я пытаюсь за мир теперь покататься. Кстати, Винди. Слушай, Винди. Винди. Да. Сними про... Сейчас. Давай сделаем одну вещь. Сейчас я пропишу одну game rule, чтобы инвентарь сохранялся. И тебя зайди вот сюда к свинкам. Зайти к свинкам? Что ты хочешь? Зайди к свинкам. Сними свою броню. О. Давай, снимай броню. Давай, Винди, снимай. Ой, ну ты тоже можешь зайти. Ну ты можешь не выкидывать ее, просто снять. А теперь, ну, убери меч. Только не бей, ну, не убивай до конца, но ударь свинью. Наск. Ёбер-джабер! А чё они ещё эффекты какие-то накладывают? Дарь, у меня захарчили Владуса, нормально. Слушай, не кладывай. Я где-то появился в непонятном месте. Я сейчас падаю вниз. У меня не прогрузилось ничего. Ну, блин, нормально. Сейчас тебе к себе ДВшним. Короче, здесь животные, они очень агрессивные. Любые животные. Дарю, да, они меня захарчат. Да, вполне. Ты я тебе говорю, я не раз убивался об корову, об свинью и все такое. Так, короче, вот, ребята, у меня тут домик, я его немножко расширил, тут подвал. Не помню, кто-то видели, зрители это не видели. Заходите, давайте, спускайтесь. Так, Винди, у тебя броня есть? Да у меня все, что есть, что у тебя есть. Да, ты полная моя копия. Влад, все, давай тебе дадим броню. Где бы чуть-чуть брони, да. Нифига, у тебя тут... Где у тебя тут всяких ништяков, а? Смотри, вот в этом сундуке, Влад. В каком? Вот в этом, вот в среднем сундуке, там броня, бери, что хочешь. Да. Ух ты, лид. Это все, броня выпадала из монстров. Так, далее. Чё, как ты хильнулся? Ты что-то съел? Я? Да. Я не хильнулся. А, ну ладно, просто, видимо, автоматическая регенерация. Ну, короче, сейчас тебе, Влад, дам, из чего сделать себе меч, сделаешь себе меч, или ты нашел там? Нет, не нашел. Нет, ну-ка, сейчас посмотрю. Нет, не нашел. Ну ладно. Нет, короче. А что за книжка Таумономикон? Таумономикон. Таумкрафт. Таумкрафт, да. Короче, я зрителям говорил, что буду потом буду себе делать меч мега крутой, но это оставлю для следующей серии, а сейчас мы просто поугараем немножко. Так, держи, Влад, тебе вот из вот это. Как мне жизнь восстановить, ребят? Они, с кварца? Они слоу... Да, кварцевые, они слоупочно сами восстановятся. Так что тут так. Лучше не умирать. И, ну, можешь поесть, как бы, но от еды тут ничего не зависит. Только если ты до конца у тебя голод пропадет, то все, ты умрешь окончательно. Ага. О, у тебя в ад путь! Эй, ад! Ну, удачи, все. Все, короче, Винди пропащий. Так, чего? Че, пропащий? Лаки-блоки какие-то. Давайте сломаем их. Лаки-блоки. Нет, давай лаки-блоки оставим для смерти. У меня, короче, такая тема, что я после смерти выполняю ачивки зрителей. Они пишут, и тут, ну, что выполнять. И довольно часто там проскакивают эти лаки-блоки. Так что в следующий раз, когда я умру, я, пожалуй, буду их ломать. Ага, окей. Легкий сюрприз. Сломался. Кварцевый меч. Твоя крепость, да? В подземелье. В Незере. Нет, у меня портал в крепости открылся просто. Обалдеть. Клёвая тема. Так, я тут первый раз. Так, ладно, Влад, давай тогда поможем Винди там с этой крепостью, пойдем вместе. Чем уж крепость, да? Пойдём. Хорошо. Я предлагал, короче, пойти просто в нормальном мире в портал. Ой, не в портал, а просто в данжи. Потому что в аду мы сейчас благополучно, короче, сольемся, я уверен. Не, ну если хочешь, пойдем тогда в обычный. Это я просто посмотреть хотел, что тут у тебя. А, посмотри. Фига у тебя тут катакомбы. Так сказать, ревизор. Поразвизорничать. Ладно, короче, давай, выходи сюда, да будем выхожу. В обычном мире входить. Выхожу. О, у меня стекло есть, лол, пусть будет. Мне больно, лол. Больно? Да, без тебя больно. Эй, подожди, меня назад. Я тебе железо поставил плавиться. В смысле плавиться? Я его из дробилки забрал. Ребята пришли и начали сразу хозяйничать тут. Ну, вообще, я морковку собрал. О, еще дыра вниз, да, есть? Чего еще? А что если ниже пойти, что там? А, там шахты просто. А, ничего интересного. Да-да-да, я предлагаю, короче, сейчас посмотрим, мэп... А, блин, мир же открыли для сети, сейчас тут карта не открыта, считай. Ну, точнее, не открыта карта на карте. Что это за хрень? Где? Это что такое? Этого не было здесь.
Не знаю, метеорит упал. Да, слушай. А, да, тут же метеорит бухнулся. Это это лунный камень. Из Арсмаджики. Да, откуда? Арсмаджика 2. Почему из Арсмаджики? Откуда он вообще тут взялся? Арсмаджика! А что это? Понятия не имею. Ладно, давай сейчас посмотрим, что это за лунный камень, что из него можно скрафтить, и пойдем благополучно дальше. Так, из него можно сделать... О, прикольно. Ладно, ребят, кто в курсе, что это такое, в комментариях напишите, пожалуйста. А, метеорит. О, кстати, ребят, сейчас уже темнеет. Давайте я вам покажу вам прекрасных монстров, которые будут здесь появляться. Я думаю, очень прекрасных. Я думаю, вы оцените. Кстати, сейчас я... Яблочки? Да, соберу. Нет, на правую кнопку мыши собирать. Да? Это не яблочки, это черешня. Ага. Это, короче, монстр... Он не агрится, слава богу, но он будет тебя поджигать, он... Ну все, good luck. Зачем? Давайте, убиваем его, налетай. Валим бедлана. Давайте все вместе, ну, втроем-то. Он, короче, поджигает, ну пофиг, давайте. О, давайте воду, ребят, воду. А если у нас хп сольется, мы очень долго будем их восстанавливать. Давай воду иди, Винди, воду спускайся. Эй, что это за... Ты... Трус! Я потух. Я бегу к вам. А, ты потух. А, вот, все. Окончательно потух, да? Окончательно потух, вообще с концами потух. Пошел отсюда. Я его сейчас в зыбучие пески столкнул. Все, бич, сиди там. Тут и зыбучие пески есть. А, блин, я сейчас умру. Я сейчас умру, и будет ачивка. Я пришел на подмогу, все нормально. Давай. Сейчас еще Владус придет, подождите. Король пришел. Давай, бей его. Дорогу королю. Король еще идет, подожди. Вот он. А куда она делась? А, лол. Сзади. А, у меня сломался. Меч сломался. Давай еще, ты не скрафтил себе новый? А, фак. Вылез, блин, пытался. Подумай, это я тебе засадил. Я его нет, скинул, давайте. Я от кентавра умер. Ладно. Давайте, ой, давайте. Я могу хоть что-то отпускать? Так, ребят, короче, я выполнил ачивку, будем считать, или не выполнил. Что за ачивка? А, нет, еще не выполнил. А, давайте сейчас, я же хотел, если умрем, лаки-блоки, помните, ребят? Эй. Да. Вот давайте сейчас, короче... Тихо. А, вы еще его не убили там? Нет, у нее там чуть-чуть осталось. Ух ты, тут прилетели, ребята. Молодец, зомбаков тут. Да, Винди добивай, давай, Винди. Сейчас. Тихо, не по мне только. Ща. Вот тебе по жопе тебе кентаврус. Все, сейчас я под водой. Я десантник ВДВ. Давай. Военные подводные силы. Так, ребят, я пошел, короче. Подводный десант. Он тебя слил. О, я его убил. Хорош! Короче, так как я умер, мы будем открывать с вами лаки-блоки. Давайте все 4 штуки, там, по-моему, у меня 4 было, давайте их все откроем. Сейчас, подождите, я только что... Смотри, сумасшедший кобальт. Ладно, о, все, отлично, здесь. Все, заходим на территорию особняка, тут, в принципе, безопасно. Эх, зомби, убивать зомби, он факела ломает. Ходячие пришли, ходячие! Все, убил. А еще один пришел. Еще ходячие! Я, знаете, что сделаю, я на кровати посплю. А, да, давай, поспи. Ну просто ты можешь лечь и сразу сейвишься. Да, я знаю. Все отлично. Ребята, у вас мечей больше нет, а то у меня один лук. Ну, блин, иди скрафти. У меня виноград. А там есть из чего, это, да? Это вишня, это не виноград. По-моему. А что я такое? Я вот на тебя правой кнопкой мыши нажал, это что? Не знаю, я никак... О, Владус... Ты можешь попросить меня на мне жениться? Ты можешь попросить меня заиметь ребенка или развестись? Нет, слушай, спасибо, я ничего не хочу. Ух ты, нифига, это что? Слушайте, ребят, нам в летсплей, по-моему, нужно срочно позвать девушку, чтобы на ней жениться. И, как вы понимаете... Всем троим, что ли, на... Да, можно шведскую семью устроить. Как же вы такое дело? Ладно, давайте шведскую семью, можно и так. Втроем на одной девушке. Давай, открывай лаки-блоки. Так, взял лаки-блоки? Я взял лаки-блоки, я ищу меч. Подожди. Да блин, меча ты не найдешь. Я сейчас тебе дам. Дай какую взял. Винди. Нет, алмазы оставь на месте. Вот тебе две штуки, бери. Винди. Видишь, а вот что я... ты на броню не заряжаешь? Винди, вот возьми вот эти штуки. Винди. Вот, да, взял, молодец. А, и из этого крафти меч. На броню не заряжаю, потому что у меня энергии мало, мне нужно солнечные батареи скрафтить. Но я этим буду потом. А тут есть галактикрафт? Да. Тут знаешь, какие матерые солнечные батареи есть? Да, я знаю, но они довольно дорогие, по-моему, да? Так, ребят, что мы делаем с лаки-блоками? Это того стоит, слышишь? Стоит? Ты думаешь, стоит? Я тебе говорю, оно вот эту МФЕшку твою за 3 секунды это... Да ты че? Заполнит, я тебе говорю. Давай посмотрим, как они крафтятся. Как там, как они называются? Solar Panel какие-нибудь? О, это че? Это что ты сделал? Это я лаки-блок сломал. Это остался твой лаки-блок. Fucking shit. Подожди, сколько их там всего было? Четыре. У меня еще два. Я сломал один, и остался ты.
Ага, один зуб сломали, получили дерево, да? Это возьми здесь. Ну ладно, хорошо, пацан. Давайте. А сколько, подожди, таких других? Я готовил уже, давай. Владус, дай мне еще один. Я сразу два. Все-таки моя смерть была. Так, мне сейчас надо... Блин, меня этот чувак покоцал, если сейчас еще появится, то я еще буду выполнять желание. Так, слушайте, о чем... Не, ну нафиг, пойдем на улицу, а? Я не хочу у себя в подвале, что-нибудь бомбанет у меня тут? А что, не мой-то подвал, можно? Ну, не твой, а мой-то. Я-то, я его строил своими силами. Давай, все, выходи. Ну давай, ставь. Так. Неплохо. Не весело. Так. Давай. Ну, видали, какие у меня лаки? Вот настоящие лаки-блоки. Лаки-блоки, ага. Так, ну, ребят. У меня книжные полки были. Так, лошадь... Просто я читабельный. Ну, нормас, короче, лошадь там стоит. А давайте найдем еще двух лошадей и что, прилучим их. А что, их так легко найти? Лол. А что, нет? А что, да? А что, нет? Куда ты пошел? Вряд ли они под землей тусят. Да, конечно, лошади под землей. Я сейчас кину тут эти все штуки, пусть лежат. У тебя, кстати, тут Amber Bearing Stone лежит. Эмбер. Эмбер. Что-то возьми себе на... Эмбер Берингстоун! Так, что? Влад, что? Солнечная панель, да, и там будет у тебя продвинутая солнечная панель из Галактик Крафта. Так, у меня вот есть Advanced Solar Panels. Это прям мод такой. И нужно, чтобы там было написано именно Галактик Крафт, да? Да-да-да, Галактик Крафт Кор. Галактик Крафт, Электро... Industrial Craft, Экструтили... Вот, нашел. Basic Solar Panel и есть Advanced Solar Panel. Ну, Advanced намного лучше, чем Basic. Да? Сейчас посмотрим, как они крафтятся. Ой, а еще это? Еще чуть такое. Это, короче, Факин. Делается в машинах Galactic Craft'а. Нам кажется, нужна помощь будет демастера. Или ты знаешь, как это делается? Я знаю, как это делается. Я делал уже такое. Ладно, ребят, ну мы хотели пойти по данжам, так что в этой серии... Давай я тебе за кадром лучше помогу и это все сделаем. А за кадром Влад мне поможет, и мы сделаем офигенные батарейки, можно будет спокойно в Galactic Craft их. Да, это там будет вообще чётенько. Блин, а что, Galactic Craft вообще нормас, я хотел его исследовать. Ладно, ребят, ну тогда сейчас ночь. Ой. А что тут дыра, я не понял? Смотри, какой большой паук. Вы, короче, это, ребят, сейчас пока записывайте, я немножко отойду. Давай, Винди, смотри, какой большой паук. Слушай, у нас... Ёпта! О, слушай, а я могу его так заколупать? Да-да-да, давай. Он в крысу, в крысу. Он регенится, слышишь? Это говняшка регенится. Mother Spider, Ender Storm Darkness. Ай, что ты меня бьёшь? Шла отсюда. Не знаю, но меня, допустим, она ослепила. А тебя? Ender Storm, это что? Не хочу знать. Прикинь, она сейчас призовет таких же из Ender. Ой, это Минотавр. Вот такая подошла. О, привет, как вы там? Видишь, какая хорошая территория оградила, а? Да, вот, кстати, оградил ты территорию, это стоит тебе отдельный респект дать за эту тему. Вот я здесь. О, отлично, мы почти запинали эту. Mother Spider. Что это Mother Spider. Мать паука, ай, меня не бей. А, да, вот. Ух ты, ух ты, маленький. А, поэтому она Mother, наверное. Так. Что? Так, я пойду заберу, там что-то выпало. Да, давай, иди. А, Минотавр тебя бьет, я его отпинаю. А, меч закончился. Что этот Минотавр мне сделал? Закончился? Тебе нужно его еще скрафтить. Че с тобой? Че ты умираешь? Тебя кто-то отравил? Я какой-нибудь хочу нормальный меч найти. Есть тут какие-нибудь хорошие мечи? Фига себе, а чем тебе не нравится кварцевый меч-то, а? А он быстро ломается. Чё за ботва? Ладно, ну смотри, короче, смотри, что у меня тут есть. Вот тут все мои. О, это че? Чё, где? Я чё, умер? А, нет. Где мечи? Где мечи? Мечи! Да, умер. Тебя убил кобальт? Лол. Что? Он меня сейчас убьет. Как он вас убьёт? Я всё время вниз лечу, это чё? А, ну блин. Прогрузка, да? Да, видимо, долго загружается. А, нет! Винди, у меня полсердца. Я very slow. Так, давай. Я тебя тпшнул. Ты, если чё, тпшься сразу. Да не, я тут появляюсь, но почему-то это... Телепортирование так же долго происходит. Так. Слушай. А, мечи, не знаю, где мечи. Вот, ребят, что есть, все, что есть, давайте, можно сделать из метеоритной руды, можно сделать, по-моему, из обсидиана, но... Я сделаю железный меч. Знаете, что я думаю, раз такая пьянка пошла, то мы можем сделать просто меч из обсидиана. Хотите? Давай. Звучит круто. Ну, звучит так. Дерево где там? У вас есть древесина? Стой, я тебе палки скину. А, ну все, мне, в принципе, вот этого, что есть, хватит. Все, пойдем со мной, будем крафтить меч, а потом пойдем в данжи. Все-таки хочу в данж. Я тоже хочу данж. Данж сейчас... веселее. Я сейчас очень слоупочный, потому что у меня одно сердце. Но дойти до кузницы это мне не помешает. А где он? Давай. Куда он делся? Не знаю. Он резко disappear. Да вот я, блин, вот ребят, вот я здесь. О май гад. Опа-на, тут зомби гоняет. У меня здесь, конечно, ребят, кузница, заходите ко мне. Сейчас, подожди, тут зомби будет. Все, нормально. Так, обсидиан, ну... Ну, короче, иди. Где кузница?
А, так, смелтери, смелтери. И что с ней надо делать? Я подожди. Принес, как мило. Так, ну-ка. Подожди. Ух ты, он что там построил? Ой, она что так, он долго будет так работать? Ух ты, мама моя. Зомби как-то звали странно. Да. Он таскал с собой паутинку, я не знаю зачем. Наверное, швея местная. Ща я посмотрю, как можно... Крипер! Убегай оттуда! Он просто стоял наверху! Он стоял наверху на заборе, это крипер-паркурист! Так, жесть, гоболь! Возможно, взорвется твой дом, смотри решение. Ну, убей его, в принципе, на него пофиг. Сейчас я посмотрю, короче, как будет, как тут крафтится. Так, обсидиан. Пам-пам-пам, ликвид эндер. Вот, он вот тут стоит такой, знаешь, на вот этом, на заборчике. На заборчике. И пошел на меня. Так, материалы. Вроде обсидиан можно сделать, я помню, должно было. Вот, вуд, айрон, кактус, флинт, бон. А, вот, обсидиан, да. Обсидиан. Ну, в принципе, у него что, у него прочность будет 89, хотя у кости будет прочность больше. Ха. А что мне тут за книжку дали с самого начала? Красная такая. А, это может. Domination with open blocks. А, может спокойно забить на нее. А, ну хорошо, не забью. Да, забей. А что тут какие-то загончики у тебя? Да, там я хочу потом размножать всяких животных. Что, ты под землей или? Я специально, короче, сделал такую пристройку, чтобы там можно было, ну, размножать и не выходить на улицу. А, окей. Так, слушай, что ты тут-то хотел сделать? А, ну чего вы тут закидали всякой фигни? Ты под землей или где? Нет, не под землей, ты что? Не, он здесь. Вот там, где эти загончики, иди вперед. Там, где эти загончики, иди вперед. Ну, я пришел к точке, тут у меня ничего. Подарок. Иди к кровати. А, хорошо. Где кровать, я знаю. Что-что, ну... кровать, я знаю. Так, ну, блин, слушай, нужно разбираться с кузницей, ладно, я так с полпинка что-то не могу ничего вот сделать. Вот сюда, иди за мной, Винди. Так. Да-да. Винди, просто лупотил немножко. Не, слушай, по-моему, обсидиан меч будет не самый такой прикольный. Надо сделать что-нибудь посерьезнее. В принципе, железный у него будет 250, прочность 325. Так. Меньше. Чего? У меня 243. Нет, 325, если я сделаю через этот мод. Так. Дальше, можно сделать тут из слаймов, но у меня нету этих материалов, так что пофигу. Щитный слайм. Да, можно сделать бумажную, кстати. То у неё ж урон не будет. Бумажную? Да, бумажную. Так, сталь. Ой, блин, я что-то... Во, слушай, стальная, в принципе, стальная нормальная, по идее, мощная, можно ее сделать. Сейчас посмотрю, как делается сталь. Вот прикольный мод, а можно тут вообще самые разные сплавы делать. Сталь, наверное, переплавляется, ну, железо переплавляешь. Сплав это, сталь, по-моему, да, просто железо переплавлять. Упс. У меня тем более там вроде железо, даже сталь была. То есть можно даже не заморачиваться. Там слиток нужен будет. Так. Какие тут еще-то мечи есть? Эй, ребят, ну что вы тут засрали мне? Ай, ладно, потом разбираться. Взяли, я тут все фасовал, вы пришли так. Смачно тебе туда. Так, ладно, сейчас давайте попробуем переплавить. С железа, если переплавить, по идее, сталь же получается, или усиленно железо. Подожди, темное железо получается, это не оно ведь. А ты пользуешься сортировкой в сундуках? Вот которая сверху. Кнопочки такие. Да, пользуюсь, но я просто у меня в разных сундуках разные вещи лежат по типу. А. Не, ну все равно, чтоб так это и нормально. И нормально. Нормально. Ой, пауза. Ребята, мы, короче, решили не заморачивать себе голову изготовлением мечей сейчас, а просто пойти в данж. И сейчас мы добежим, запавшись кварцевыми мечами. Что? Гравий? Да, железный гравий, руда. Да, оно самое. Корова! Ага, сейчас тебя корова забьет. О, слушай, ребята, метеорит упал, пойдем подберем. Где? Вон, идите за мной. Покажи. Я вот на берегу. Вижу. Тут эндермен вокруг меня бегает. Так, вон метеоритик. Нифига себе, это что там? Обалдеть. Это метеорит такой? Да, это метеорит упал, он еще свежий, свеженький, горяченький. Офигеть. Надо его подбирать, пока он... Куй метеорит, пока горячо, он еще остывает просто. Вот в чем проблема вся. Оп. Че, на шифт надо садиться, да? Я кирку, ребят, у вас кирки есть? Да, есть. Че за криперы? Вот, нормально. Ой-ой-ой, заряженные криперы. Так, пацаны, надо что-нибудь с ними делать. Ух ты, сейчас как бомбанет. Уже. Это был пришелец-крипер. Ё-моё. На меня шип что-то звуки начал сдавать, какие-то невероятные. Тут летают еще циндеры пролетели.
Ой, это что за фигня? Боже мой, у меня два сердца. Ликанита. Да погодись ко мне быстро! Что это кто? Я их убью. Это ликанита, ликанит. Я умираю! Нет! Я хочу жить! Life. Короче, давайте... вот, я сейчас выполнил ачивку. Чтоб вы знали, я выполняю ачивки после записи, что во время записи. Не бегать там, не искать ничего. Так что сейчас я ее типа выполнил и бегу. Давайте телепортируйтесь ко мне, я здесь. Я тоже здесь. Да что, я один что ли? Я один что ли там? Stay in alive. Опять криперы. Stay in alive. Так, где ты, Владус? Владус? Не телепортируйтесь. Где ты, Владус? Владус, где твой Владус? А, опять. Владус. Хватит взрывать людей. Владус. Ну, вот так вот как-то. Ты чертовски бешеный. Сзади тебя, Шет. Шет. На тебя нападает летающая хрень. Мы сейчас походу до данжа-то не дойдем, да? Да-да-да, мы сейчас походу тут уже. Нам и тут весело. Хрен убита. Так, да. Хочу уйти оттуда. Ребят, огни потушите, ну ё-моё! Ну ё-моё! А, у меня стрел нету, фак. Туши огни! Киндеры, киндеры нападают какие-то. Какие киндеры? Что за киндеры? Я убираю! Откуда они взялись? Stay alive, stay alive. Так. Я такой? Не знаю. А где я? Кто их отвлек? Вы их убили, что ли? Я отвлек. Я убил, да. Убили? Я отвлек с собой. Жесть какая. Собрали, блин, метеорит. Ну зато, кстати, метеоритные руды собрали почти стак. Ну, метеоритные руды мы собрали с матча. Я полтора стака собрал. А, собирать нужно? Если хотите, чтобы вот эта фигня больше не спавнилась, потушите огни. Да? Это из-за них? Какие огни? Да, это из огней. Да я только недавно делал обзор на этот мод. Вот буквально 10 минут назад. Я знаю, что это. Я сейчас сгорю, пацаны. Давай, рассказывай. Ну, это, короче, парни, которые из огня появляются и начинают всех шарашить. В смысле, который любой огонь? Просто огонь? Да, вот, огни есть. То есть мне камин дома делать не надо? Ну, они могут из него вылезти. Не, надо сделать. Безумно же все-таки Майнкрафтик. Слушайте, ребят, давайте-ка пойдем отсюда. Мы еще огни все здесь по-любому не потушим. Их слишком много тут. Ну, там потому что деревья рядом. Иди, не остается! Потому что не может убежать. Ой, блин, я не тут не хотел тут быть. Не хочу. Чё? Куда бежать-то? А где ты, короче? Я не знаю. Владус, привет. Я уже отбежал от этого места. Винни, давай, короче, к Владусу телепортируемся. Я у Владуса уже. Всё. О, всё. Кто-то меня бьёт. Таинственная шабалай мабалай магия нас спасла. Идём, короче, дальше. Так, я... Где там наш домик? Ага, домик видно. Где? О, данж. Налево. Данж. Влево идём. Да вот данж. Нашли? Владус. Это данж, это пещера. Это пещера. Это пещера. О, сколько здесь апатита. Да. Обычно с одной связки апатита около 1000 выпадает. Это просто пещера. Да, скрипер! Да, скрипер! Смертельный крипер! Да, скрипер! Давай, чё ты? Бей его! Бей! Безопасен! А я убил. Молодец! Молодец, молодец. Я знаю. Я знаю. Не надо. Так, ладно, идем дальше. Вглубь. Может быть там. Нет, ничего нету, пусто. О, фу-фу! Данжен! Ай! Меня, об меня разбили бутылкой. Так. Какого черта, ВДВ? А вы что, вглубь пошли? Да, в глубине, короче, тут есть... Да, тут... Видишь, там эта штука, стреляющаяся зельями. Что? Подали! Отвалите! Ща я скрафчу кирку и сломаю её. Что это было сейчас? Блин, там какой-то ВДВ-блок. Он кидает во всех бутылками. У меня, короче, ребят, нету железных, нету ничего. Еще можно скрафтить. ХП ко мне, Владус. Да, уже. А если его заставить? Блин, сейчас. Вот так, опа. Где выдовый блок? Покажи мне. Ах ты ж мать! Где? Кто здесь мой? Сколько можно уже умирать? Сколько можно умирать? Бутылочник! Так. Кто здесь? Где этот говнюк? Да это... Блин, это этот... Так, ты делаешь? Ой. Вот он! Вот он, хорош! Вон, вижу. Продолжаем попытки. Где? Я потерялся. А у меня кирка закончилась. Я падаю! Черт! Вон, я его тоже. Кирку. Я вижу его. Ай. Черт, я его вижу. Кто воду разлил тут, ребят? Не я. Я. Ну ты вообще балбес. А я. Не, я там сломал блоки, а сверху этого, да? Блин, килебок. Я в тебе. Вот, все отлично. Я в тебе. Отстань, отстань от меня, ничего не знаю. А что мы здесь делаем, интересно? Ща, я ломаю. Я сломал! Что ты сломал? Его сломал. Откуда вода? Что ты сотворил? Это не я. Вот, все. Вылезаем отсюда, идем. Уходим из этого чертового места. Давайте уйдем. Да.
Господи, сколько уже желаний я повыполнял, сколько. И вангую, что грядет еще больше. Ладно, я думаю, давайте на этом, пожалуй, закруглим. Летающая пирамида! Где? Вон! Где? Идите ко мне! А, точно, 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 точно! Пацаны, пацаны, короче, мы туда пойдем в следующей серии. А где? А, телепортируйся к нам. А я вижу вас, но я что-то вижу. Ну иди к нам, короче. Ух ты! Нифига! Да! И лошади тут есть, и все тут есть! Мои лошадки! Пацаны! Пацаны, пацаны, короче, давайте, а в следующей серии мы идем туда, давайте. Тришки. Да, всем если, спасибо, если... Всем спасибо за просмотр, с вами был Фред, Финди, Владус, пока-пока-пока, удачи. Подписывайтесь на канал, лайки, комменты, и все от вас. Всему будем рад, и вашим ачивкам в комментарии также будем рады. Ох, ладно, ребята, всем до новых встреч, всем пока. Удачи. Всем пока.